Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761 500. Особое мнение на 101 FM. 13:08 в Кирове начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Мой сегодняшний гость Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Да, начинаю сразу без предисловий, потому что реклама немножко задержала нас и так. Отъела от нашего эфира 2 минуты. Итак, я напоминаю нашим слушателям, что эфир наш можно не только слушать, но и видеть. На нашем сайте эхокирова.ру идет прямая трансляция. Кроме того, там же через форму анонсов можно задавать вопросы гостю. Пожалуйста, пользуйтесь. Кроме того, вопросы можно задать посредством СМС, номер 8 909 720 101 и 0. Ну и приступаем к нашим вопросам. Пока нет вопросов, заданных через сайт. Собственно, не могла, конечно, не взять эту тему, обойти ее вниманием. Накануне появилась информация о том, что следствие просит в очередной раз продлить арест экс-руководителю Кировской области Никите Юрьевичу Белых. Я не знаю, честно говоря, чем это связано. Не было, по крайней мере, в СМИ никаких сообщений о том, чем объясняется ходатайство следствия. Арест просят продлить до 24 июня. То есть фактически к этому моменту, если решение будет принято, Никита Белых проведет в СИЗО год, да, с момента прошлого года. Вот. Решение будет принято либо то, либо иное 22 марта. Вот такой у меня вопрос, Олег. Почему так долго тянется стадия, я не знаю, как это правильно называется, досудебного следствия, наверное, да? Фактически установлено все. Человека взяли с поличным при получении денег, взятка в особо крупном размере. Зачем держать в СИЗО год? Ну, никто не знает на самом деле, что установлено, а что не установлено, кроме следствия. Конечно, всем интересно. Конечно, там люди волнуются. Конечно, очень жалко там и человека. Но вот это вот молчание следствия, то есть создает ощущение, что вообще в следствии ничего не происходит. Оно не движется с мертвой точки. Угу. То есть нет никаких событий, кроме очередных продлений. То есть, может быть, там что-то и происходит, но дело громкое, резонансное, публичное. То есть все-таки хотелось бы внести какую-то ясность. Так ли все было на самом деле, как вот это описано в средствах массовой информации? Изначально, да? Вот, угу. Ну, вообще в средствах массовой информации. То есть хотелось бы уже видеть там честный, беспристрастный суд, вот, который бы уже определился там и со степенью вины, там, и с аргументами, там, и обвинений, и защиты. И со свидетелями. Вот, и со свидетелями. Вот. То есть эта история уже всем и надоела, но и, там, и продолжает интересовать, потому что она вот какая-то такая замороженная. Затянутая. Да. Ну, можно, не знаю, то есть переходить на конспирологические там теории, то есть, может быть, и правы те, кто говорит, что до выборов ничего не изменится в этом деле. Ну вот у меня есть такая версия, да, я слышала ее о том, что до сентября постараются продержать этот процесс и это дело в неком таком замороженном состоянии. Вот. При этом там есть еще 2 версии. Кто-то говорит, что ищут иных подозреваемых, да, в рамках расследования, а кто-то говорит, что ничего нет и ищут возможность хоть что-то предъявить. Чем дольше будет вот эта пауза тянуться, вот, тем больше версий там будет выдвигаться, и тем больше это будет обрастать там и слухами, небылицами, и чем угодно. Вот, что не меняет сути дела там самого. Вот. А каковы аргументы там и защиты обвинения, мы это можем услышать, то есть, ну, только на суде. На суде. Я правильно понимаю, что следствие не обязано вообще в ходе досудебных каких-то вещей что-то оглашать, что-то озвучивать, там, несмотря на то, что есть общественный интерес? Не обязано. Не обязано, то есть это не входит. Но вместе с тем, как бы, какие-то вещи, которые там не влияют на ход следствия, там, не могут помешать установлению каких-то фактов. Ну да, или там повлиять на свидетелей, то есть, ну, могли бы и озвучить, то есть, я не знаю, там просто как там в режиме сводки, там, но не хотят. Происходит. Не хотят. Доносится какая-то информация или только не, вот, ну, исключительно или из неофициальных источников. Кому-то кто-то что-то сказал. Или нечего сообщить. Угу. Еще у меня вопрос к вам, как члену общественной наблюдательной комиссии, да, по контролю за соблюдением прав заключенных в Кировской области. Все-таки вы немножко более осведомлены, думаю, в этом вопросе, нежели я. Скажите, пожалуйста, мы все помним историю примерно два месяца назад, наверное, это было, да, когда Никиту Белых переводили из СИЗО Лефортово временно в СИЗО «Матросская тишина». В связи с его состоянием здоровья было медицинское обследование, по-моему, заняло это не так много времени, несколько дней, вот, и вернули потом обратно в Лефортово. У меня вопрос, ну вот у человека плохое самочувствие, да, скажем так, судя по заявлениям адвокатов, очень плохое. Ну, вплоть до того, что там, ну, какие-то, видимо, состояния, угрожающие жизни, ну, не знаю, можно ли так сказать, но здоровью как минимум, там, да, в длительном каком-то периоде. Почему нельзя человека оставить в том СИЗО, где есть больница? Зачем его обратно везти в Лефортово? Ну, это, насколько я понимаю, это специализированные лечебные учреждения. Вот, и решение по медицинскому состоянию принимается врачами. Так. То есть, если врачи сочли, что медицинское состояние там позволяет пациента выписать, они его выписали, а по, ну, существующим правилам, то есть, ну, он возвращается туда же, откуда и привезли. Вот, то есть здесь как бы, ну, формальные, ну, правила таковы, вот, и это, ну, на усмотрение врачей, системы, там, СИН. Ну а почему нельзя в Матросской этой тишине оставить? Все-таки или это абсолютно разные, или это абсолютно две разные организации? Больница в Матросской тишине и изолятор в Матросской тишине. Это разные организации, и это как бы это не. Неважно, откуда вести. Это не такие учреждения, в которые как бы там остаются по желанию. Там, ну, это понятно, вот, конечно. То есть там все зарегламентировано. Вот. Если есть показания, там, ну, он остается там в лечебном учреждении. Если нет показаний, то переводится обратно. Понятно. Ну, я не знаю, можно ли тут сказать, что мы все, конечно, с большим нетерпением ждем все-таки какого-то решения по... Хотелось бы в этой истории уже поставить точку. По дате хотя бы, да, по дате хотя бы суда. То есть я, насколько понимаю, на прошлой неделе, на этой неделе началось, наконец, судебное следствие по делу Гайзера, да, нашей соседи, Республика Коми, где обвинения, ну, не скажу, что такие же, да, но похожи тоже, да, там создание чего-то жутко криминального. Ну, там да, и посадки огромного количества людей, да. Но, тем не менее, тоже вот вроде как некий ущерб нанесенный. Сделаем сейчас небольшую паузу и прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101 FM. Особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки НКО, члена Общественной палаты Кировской области, продолжается. Я, Анна Лапшина, переходим к следующим вопросам. Ну, следующим вопросом у нас выборы. Неожиданно и ожидаемо одновременно. Немного начинает вырисовываться картина, по крайней мере, «Единая Россия» уже опубликовала некий список и сообщила, что кандидаты на главный пост в регионе должны будут перед тем, как заявиться, пройти предварительно процедуру праймериз. С праймериз была достаточно интересная история на прошлой неделе, когда, естественно, там наши коллеги допытывались у экспертов, что бы значил этот список из 5 человек. Я напомню, что конкуренцию Игорю Васильеву составляют Наталья Катаева, общественный деятель, фонд «Вятская соборность», но мы Наталью Катаеву больше знаем, наверное, как эксперта, там, да, специалиста по неким там делам, связанным с местным самоуправлением, ТОСами и прочим. Да? Кроме того, того, Александра Чурин, генеральный директор завода «Сельмаш», директор агрофермы «Среднеивкино» Николай Харькин и ректор Кировского государственного медуниверситета Игорь Шушунов. И вот на прошлой неделе наш коллега, человек, который часто бывает здесь в гостях, Михаил Шевелев, другому нашему коллеге Владу Крысову давал интервью по поводу того, что это за люди, кандидаты, да, и верит он, не верит в то, что они искренне идут на губернаторский пост и хотят побороться за него. Ну, там весело было с цветком. Цветок за спиной Михаила завял за 40 секунд, из чего фактически все, включая федеральных наших коллег, СМИ, экспертов, сделали выводы, что даже цветок не выдерживает упоминаний «Единой России». Было в интервью Михаила продолжение, да, вот эта фраза о том, что я не верю в искренность людей, идущих на праймерис. Что вы скажете? Прокомментировать слова Михаила про его веру или неверу в этих людей, или про цветок? Или про цветок, не про цветок. Да. Не про цветок. Цветок, к сожалению, вот если бы мы на телевизоре были, да, можно было бы. Ну, во-первых, хотелось бы сказать о том, что вот праймерис там одной политической партии вот мне не очень интересен как таковой. То есть мне кажется, это внутрипартийная процедура, и там я не понимаю того массированного внимания, которое уделяют там внутрипартийной процедуре. Да пусть они определяются как хотят. Если внутри партии они приняли решение, что не хотят определяться таким образом, вот, и кандидат там в губернаторы там различным там и нынешнему в Рио там необходимо пообщаться в режиме дискуссии вот с такими там прекрасными людьми, да ради бога. Вот. Просто хотелось бы от представителей других политических партий, которые там скорее всего все-таки будут принимать участие выбора губернатора, увидеть аналогичные процедуры, чтобы мы говорили не про один праймерис, а про праймерис там сразу нескольких политических организаций. Но остальные пока вот не торопятся. Да, думаете, надо оно им? Ну, я не знаю, надо ли оно им, вот, но если бы это было, это был бы отдельный информационный повод, там, в том числе это было лишнее упоминание об этой партии в СМИ. И не только. Так. Это бы всегда подобные вещи дают там некую внутрипартийную дискуссию среди сторонников. Вот, там, среди приверженцев разных кандидатов, наверное, есть сторонники разных идей, вот, мыслей, там, стратегий развития. Вот. И это всегда вот подобные процедуры, они стимулируют внутрипартийную дискуссию. Вот. Если честно, внутрипартийная дискуссия там партии «Единая Россия» там, постольку поскольку. Ну, то есть мне это не очень интересно там пристально следить. Вы не верите, что они могут дискутировать? Да нет, они могут, конечно. Я просто там как-то не привык, мне не очень интересно это следить за их внутренней жизнью. Вот. Намного интереснее, как бы к чему приходят к финалу своей дискуссии. То есть когда уже определяются. То есть я так понимаю, что по итогам праймерис они должны определиться там с единым кандидатом. Это да. Вот. И я так понимаю, что в ходе дискуссии те предложения, которые будут высказаны, они должны войти в итоговую программу, которую этот кандидат потом с собой понесет. И вот наличие других вот кандидатов на праймерис, вот, это как раз как бы как наличие идей, которым стоило бы основному кандидату прислушаться. Вот только с этой точки зрения как бы интересен там и выбор этих людей, вот, и сами эти люди там со своим там жизненным опытом. Вот, то есть, конечно, люди со стороны, там, не вовлеченные в деятельность там политической партии конкретной, да, у них всегда будет вопрос, а что там происходит? То есть это вот в этой процедуре набрали там мальчиков для битья. Вот, и девочек. Чтобы на их фоне как бы кандидат выигрышнее смотрелся. Или это действительно как бы для того, чтобы там умные, грамотные люди подсказали какие-то моменты там приезжему человеку, который там, естественно, там он знает еще, может быть, не до конца там о Кировской области. Вот, но не разобрался еще. Но в процессе дискуссии, то есть это возможность получить ему новую информацию, вот, новый набор идей. Я считаю, что второе, то есть это как бы как возможность нынешнему вриву губернатора узнать новые для себя вещи. То есть не надо уж так относиться к процедуре праймерис, как к дежурному какому-то мероприятию, да? Это интересная процедура. Вот очень жалко, что эту процедуру использует только одна политическая партия там, в данный момент. Вот. С этого мы начали. Мы бы хотели, чтобы все остальные представители, которые будут бороться... Это больше возможность. Вот. Возможность, причем для всех. Для... кандидатов на этих праймерис, то есть кандидатов в кандидаты, озвучить свои позиции своих сторонников, то есть донести какие-то идеи до временно исполняющего обязанности губернатора. Вот. Для него это возможность узнать эти идеи. Понятно. В таком случае у меня вопрос, почему наша оппозиция настолько неактивно пока себя ведет? В общем-то, до выборов-то остается уже меньше полгода. Меньше, чем полгода. В сентябре ведь у нас все. Ну, делаем логичный вывод. Так. Оно им не надо. Оно им не надо. Ну, насколько я понимаю, о том, что собирается участвовать в выборах, заявил Кирилл Черкасов, да, это ЛДПР. Не очень понятна ситуация с Сергеем Мамаевым, потому что, судя по активности медийной Сергея Павлиновича и тому результату, который он занимал на предыдущих выборах главы региона, он на выборы все-таки идет. Марина Сазонтова на прошлой неделе говорила мне, что вроде бы кировские коммунисты вот должны... буквально на днях определиться и с кандидатурой, и со всем остальным, но пока информации не было. Вот. Непонятна совершенно история вокруг единого кандидата от оппозиции. То есть пока, я так понимаю, нет решения принятого. Получится у них договориться? Или каждый пойдет отдельно? И вообще можем ли мы сейчас оценивать перспективу? Ну, у меня нет надежд и нет уверенности, что вообще оппозиция сможет о чем-то договориться друг с другом. Они слишком разные. Почему? Они слишком разные. У них разные интересы, разные источники принятия решений. Вот. Это мы сейчас что имеем в виду? Разные источники принятия решений. Да все. То есть где-то источники принятия решений там в демократических традициях это там народ, то есть там... Я поняла, я поняла. Вот, технологически это вы имеете в виду. Где-то там другие источники принятия решений, то есть как лидер партии федеральный скажет, так и будет. Вот. Ну, по-разному люди привыкли жить, по-разному привыкли жить наши политические организации. Вот. Было бы интересно, вот, но я думаю, что все вот такие вещи останутся на чуть попозже. То есть, может быть, сейчас не хотят стартовать, потому что слишком рано. Вот, может быть, пока не готовы. Мне кажется, уже сейчас пора стартовать. Уже не рано. Скоро лето будет. Летом будет стартовать поздно. Тем ценнее будут сюрпризы. Избиратели будут на дачных участках. Тем ценнее будут сюрпризы в избирательной кампании. А будут сюрпризы? Не знаю. Надеюсь, что будут. Потому что если в выборах губернатора будет участвовать только одна партия, «Единая Россия», и плюс... Нет, участвовать будет не одна. Вопрос в том, реально конкуренция или нет. Если реальной конкуренции не будет, то это будет скучно, неинтересно, и люди просто не придут на избирательные участки. Вот, потому что займутся своими садами, огородами. Вот, нет интриги, нет активности. Понятно. Будет явка на уровне 20%, и это будет очень грустно. Хорошо, к другим выборам переходим. Есть у нас еще 3 минуты, начнем, а потом продолжим после перерыва. К выборам в Общественной палате. Я надеюсь, что они будут более интересными и более конкурентными. На этой неделе Общественная палата, членом которой вы являетесь, выбирает кандидата в Общественную палату Российской Федерации, представителя от Кировской области. Ну да. Если я не ошибаюсь и ничего не пропустила, пока по-прежнему кандидатов на это место 2. Да, это действующий секретарь Кировской общественной палаты Андрей Юсенко и Ильнур Гусейнов, член общественной палаты Кировской области. Ильнура выдвинули как раз вы кандидатуру. Да. Ильнура, да. Почему? Я считаю, что оба кандидата безусловно, достойные люди. У каждого есть свои плюсы, там сильные там, стороны. Я считаю, что Ильнур Гусейнов там тот человек, который, ну, это мое личное мнение, который мог бы достаточно эффективно работать представителем кировской общественности в Общественной палате Российской Федерации. И у меня есть, ну, там некое видение, то, что чем вообще представитель Кировской области в Общественной палате Российской Федерации должен заниматься. И это видение больше подходит к Ильнуру Гусейнову, нежели к Андрею Юсенко. Да, да. А Андрей Юсенко, он очень сильный, там, сильная личность, безусловный лидер, вот, но он прекрасен в режиме такого модератора. То есть вот, в роли секретаря Общественной палаты там, он прекрасен. Он умеет сглаживать какие-то противоречия между там, различными группами интересов, формулировать там, компромиссные решения и прочее, прочее. А представитель от Кировской области в Общественной палате Российской Федерации, у него не будет такой возможности. А чем он там вообще должен заниматься, на ваш взгляд? То есть, вот... Представлять интересы общественности. Вот. На мой взгляд... Прежде всего, это заключается в чем? На мой взгляд, в данный момент... То есть вообще такого истории Российской Федерации, да, и Кировской области в частности. Кировская область нуждается в том, чтобы у нас был лоббист общественных интересов. Лоббист там и даже там не вообще всех общественных интересов. Нам нужен человек, который сможет привлекать ресурсы федеральные в Кировскую область. Это мы про деньги сейчас говорим. Да, про деньги. Так, а вы думаете, что Ильнур справится с этим лучше, чем она? Ну, у меня такое впечатление. Понятно. Вот. Потому что Андрей более политик. Вот. Он умеет как бы там и искать компромиссы, и примирять различные стороны. Вот. От представителей Кировской области таких подвигов в Общественной палате Российской Федерации никто не ждет. Вот. Там есть свои там, модераторы, вот, свои регуляторы. Вот. А возможность быть там, иметь прямой контакт с представителями там, различных фондов, там, инвесторов и прочее-прочее, там, и при этом там, цепко там, цеплять контакты, договариваться о том, чтобы какие-то программы приходили в Кировскую область. Там, это отдельное умение, которое, вот я считаю, что у Ильнура, оно там, ну, как-то... Более развито. Так, сделаем небольшой перерыв на 2 минуты на рекламу и вернемся в студию. Напоминаю, что Олег Ткачев у нас в гостях. Особое мнение продолжится. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» — Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101 FM. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что слушаем сегодня особое мнение Олега Ткачева, члена Общественной палаты Кировской области, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Вот. И говорим как раз мы о происходящем в Общественной палате Кировской области 23 марта, то есть в этот четверг. Палата будет выбирать своего представителя в Общественную палату Российской Федерации. Кандидатов двое: Ильнур Гусейнов, Андрей Юсенко, действующий секретарь. Вот. Олег тот человек, который выдвинул кандидатуру Ильнура Гусейнова на пост нашего представителя в Москве. Вот. Объясняет это тем, что Ильнур с теми задачами, которые предстоят, справится лучше, нежели Андрей Юсенко. Я хотела еще спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, можем ли мы немножко приоткрыть завесу тайны и рассказать, а как вообще будет происходить голосование? То есть я понимаю, оно, видимо, будет тайным. Да? То есть собираются все члены Общественной палаты, выдаются им бюллетени, в которых 2 фамилии. Вот, и они ставят крестик, галочку, там, любой другой знак, точно так же, как в обычных, да? На обычных выборах происходит, за того или иного кандидата. Либо ни за кого не голосуют. Ну, возможно, да. Ну, такое? Да, собственно говоря, вы все и рассказали. Так, отлично. А вот агитационная работа какая-то ведется в Общественной палате? Как вообще кандидаты работают со своими потенциальными избирателями? Встречаются, разговаривают. А что, собственно говоря, это самое? Тут там нет никакой тайны. То есть мне нравится то, что есть конкуренция. Да, это всем нравится. Хоть где-то есть конкуренция. Да, Олег, мне нравится, что как бы оба кандидата там стремятся к достижению результата, они просто номинально участвуют там, для количества. Вот. Ну, пусть члены палаты определятся. Вот. Как таковая агитационная работа, то есть ну, никто с транспарантами нигде не ходит. Вот. То есть... Я говорю, у каждого кандидата там, ну, свои плюсы, свои минусы, там, свои какие-то заслуги перед обществом. Вот, ну, каждый в меру своего понимания там, ну, ведет какие-то разговоры. Вот. Я считаю, что это нормально, спокойно, там, доброжелательно. Но ведь в общественной палате нет такого, что один из кандидатов приходит и говорит: «Голосуй за меня, голосуй за меня». Или ну, есть? Не знаю, ко мне никто не подходил и не говорил так: «Голосуй за меня, голосуй за меня». Понятно. То есть все-таки более аккуратно это все происходит. Хорошо, у меня единственное уточнение по времени, когда это будет, да, и когда будет известно уже, собственно говоря, результаты. Во сколько у вас заседание? 23-го, не помните пока, да? Я сейчас... Не вспомните, да, но днем, где-то днем. То есть будем надеяться, что к вечеру четверга мы уже будем знать, кто представит Киров в Общественной палате Российской Федерации. Хорошо, еще немножечко про общественную жизнь поговорим. Я так думаю, что мы успеваем. Вот. Я хотела затронуть тему митинга, который прошел на Театральной площади. Митинг был посвящен годовщине присоединения Крыма к России или возвращения Крыма в Россию, как говорят. Был прекрасный совершенно материал, репортаж на портале «Свой Кировский». Вчера Светлана Занькова уже упоминала его, и я еще раз рекомендую всем нашим слушателям найти этот репортаж и посмотреть его. И вопрос у меня следующий. Судя по тому, что пишут наши коллеги, далеко не все, пришедшие на Театральную площадь и ходившие под российскими флагами, пришли туда по собственной инициативе раз. Я не скажу, что их сгоняли под угрозами каких-то ужасных кар, вот, но, видимо, попросили прийти. Вот. И далеко не все люди, которые там оказались, понимали вообще, а зачем они там. Надо ли вообще проводить эти митинги? Ну, раз уж так. Я так думаю, что у каждого митинга есть свои организаторы. Конечно. Если организаторам надо, то пусть они и проводят. Вот насчет административного ресурса... Мы не можем это утверждать. Ну, вот мы не можем это утверждать. Я сторонник того, чтобы административный ресурс не использовался там вообще для сбора каких-то публичных политических мероприятий. Вот. Но тут важны факты. То есть, если это было, то это значит плохо. Если этого не было, я не знаю, я как-то на меня, опять же, никакого давления не оказывалось, и я там не был. Олег, а вы помните демонстрации, которые были в советское время? Помню. Ну вот кто-то ходил на них семьями, а кто-то ходил вместе с предприятием. И я, насколько понимаю, вот хождение вместе с предприятием и ношение транспарантов, оно тоже было отчасти обязательным. Ну, это как бы тут разные вещи. Там в советские времена да там, традиция там, хождения на демонстрации там, в советские времена, да, это все-таки был... Ну, семейный праздник. Это был национальный праздник. Ну, это был национальный праздник, то есть государственный праздник, как тоже государственным праздником пытаются сделать? Не знаю. То есть мне кажется, что здесь в ситуации, когда есть различные там, подходы там, к оценке там, этих событий, и есть там, одни более популярные, другие менее популярные там, точки зрения, насколько это было допустимо, нужно, необходимо в тот момент, в такой форме, ну и так далее. Вопросов много. Покуда дискуссии в обществе идут, вот, это, ну не знаю, там, некорректно там, объявлять там, общенациональным праздником как таковым. Вот. Если, но митинги проходят во всей стране. Если есть сторонники, то там, не вижу причин, почему бы им там, не собраться, если они этого хотят. Олег, я тоже не вижу причин, за одним небольшим исключением. Я так понимаю, что на организацию этого митинга были потрачены бюджетные деньги. Сколько? Я не знаю суммы, она не озвучивается. Не, ну, когда мы говорим, там были потрачены деньги, там хотелось бы конкретики. Хотелось бы, да. Вот, и нет, ну согласитесь, можно предположить, что это все было не бесплатно. Все равно кого-то везли из Слободского, были там такие, да, товарищи на автобусе. Вряд ли они ехали за свои деньги в Киров. Ну, а вот за бюджетные или нет они ехали, это другой вопрос. Спонсор дал денег. То есть, хорошо, этим вопросом мы займемся. То есть вы думаете, что митинги, которые проводятся по всей стране, я не знаю, во всех городах, у меня нет информации. Они проводятся за счет внебюджетных средств, как модно говорить. У меня нет информации о том, за какие средства проводятся вот эти митинги. Там, я видел там смешные видео, в частности, из Москвы, там на «Медузе» были опубликованы, как раздавались там по 300 рублей за участие. Я не утверждаю сейчас, что на это тратились деньги, что оплачивалось участие людей деньгами. Но в любом случае организация подобного мероприятия, она все равно требует затрат, согласитесь? Ну, требует, по крайней мере, там вовлеченности, требует там административных усилий, там, конечно, специалисты какие-то большого круга там разных людей. Ну, не знаю, там насчет специалистов, то есть практика показывает, что публичные мероприятия там могут создавать люди без дипломов. Вот, и собирают там. А кто вам сказал, что люди без дипломов — это не специалисты? Специалисты определенной направленности. И не факт, что это каким-то образом вообще связано с бюджетом. Мы отошли немножечко. Так. Но это же не может происходить бесплатно. Все равно на это тратятся ресурсы. Вполне возможно. У меня нет информации. Я не могу по ресурсам говорить, сколько было потрачено. Я прекрасно понимаю, что сотрудники органов правопорядка охраняли. Вот, то есть несли дежурство. Выходной день. Это безусловные затраты бюджета. Да, это так. Но ровно так же точно эти же самые сотрудники охраняли бы и ярмарку, и другие мероприятия, в том числе оппозиционные. Если оппозиционные публичные мероприятия официально заявлены, их государство обязано охранять. Безусловно. То есть здесь я не знаю, все, не все, но в более-менее равных условиях. Единственное то, что одним оппозиции часто публичные мероприятия не согласовывают. Или отправляют на улицу заводскую. И охраняют там. Да. Другие спокойно на Театральной площади. Есть в этом такие сомнительные нотки. Но... Если людям захотелось праздника, и они решили прийти, то ради бога, с гармошками, с чем-то еще, песен попеть, друг друга повидать. Если это использовался административный ресурс и тем более бюджетные деньги, то я категорически против этого. Так, еще такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что все-таки в некотором смысле эти митинги, поскольку не собирают огромного количества народа, которые собирали демонстрации во времена Советского Союза, можно чем-то заменить? Чуть более полезным, чем топтание на улице. Я понимаю, гармошка — это, конечно, прекрасно. Но в честь годовщины присоединения или воссоединения с Крымом можно же какие-то добрые дела просто совершать. Можно на субботники выходить, в конце концов? Да, можно. Можно, почему не делают? Не знаю. А кто будет делать? То есть, кто организаторы? Не знаю. Я так понимаю, что большей частью по стране это какие-то общественные все-таки организации, официально, по крайней мере, называются. То есть, советы ветеранов, какие-то еще организации. В основном патриотического толка, такой патриотической направленности. Я бы пожелал им удачи, успехов, действительно, они могли бы сделать много чего еще. Это же прекрасно. Смотрите, в честь годовщины воссоединения с Крымом мы покрасили забор. Не знаю, сколотили лавочки для бабушек в городе Краснодаре, где уже тепло, например. Еще что-то. Это все забавно, это очень хорошая мысль. Это прекрасная, совершенно была бы разная картинка из разных городов России, понимаете? Все равно же показывают по телевизору. Это отличные были бы картинки. То есть я не понимаю суть вопроса ко мне-то. То есть То есть вы поддерживаете? Что то, чтобы патриотические организации наконец-то встали бы и пошли бы скамейки покрасили, да, поддерживаю. Нет. На то, чтобы патриотические организации наконец-то донесли, что есть более удачная форма празднования, чем проведение митинга на площади. Я всегда поддерживаю и всегда говорю о том, что патриотизм — это не просто как бы там махание флагом. Угу. Вот. Патриотизм — это прежде всего там забота о том месте, где живешь. Вот. И если люди патриоты, то они там не по праздничным датам, вот, а каждый день занимаются там мирным, спокойным там благоустройством. Вот. Для там патриотизма вовсе не нужен там внешний враг, вот, против которого там куда-то митинговать, там кричать какие-то резкие там негативные лозунги. Угу. Вот. Патриотизм — это там забота прежде всего, это любовь, а не ненависть к врагам. Понятно. Вот. Тем более к тем врагам, которых вчера были братьями, сегодня враги. Там, ну, странно мне все это. Понятно. В общем, идею поддерживаете. Будем надеяться, что кто-то донесет ее до наших патриотически настроенных общественных организаций. Всегда во всех обсуждениях, там это было там и на всех гражданских форумах, там, когда приходили представители патриотов и говорят: да вот, надо же, вот, там, вот, мы говорим: да блин, ну, ребят, ну чего? Ну, столько много полезной работы там ждет приложение вашей энергии, вот, а вы все с какими-то врагами там зовете бороться. Не туда энергия уходит. Я прошу прощения, нам нужно завершаться. Особые мнения Олега Ткачева. Олег – руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций и член Общественной палаты Кировской области. Я, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.